Здравствуйте! Скоро Пасха, а значит, будем красить яйца. Хочется, чтобы метод был проверенным. Хочется, чтобы он был экологически чистым и безопасным. Мы будем красить мраморные яйца. Для этого заранее нужно собрать шелуху луковую. Для этого нам еще нужна зеленка, перчатки, марля. В общем-то, способ несложный. И покрасить этим способом очень легко. Но зато ваши яйца будут красивыми и оригинальными. Итак, приступим. Луковую шелуху нужно порвать очень мелко. Если она сухая, она неплохо рвется. Но я сделала проще. Я прокрутила ее через мясорубку. И вот получилась у меня вот такая масса. Прямо меленькая, хорошая. Следующий шаг. Обмакиваем яйцо в миске с водой. И обваливаем его в шелухе. Так равномерно распределяем, чтобы хорошо везде прилипло. Если не хочет прилипать, лепим насильно. После того, как мы яйцо обваляли в шелухе, завязываем его плотно в марлю. Я использую для этих целей женские колготки. Разрезаю их. Вот тут просвечивает все. Там, где много белого, распределяем осторожненько, чтобы более-менее равномерно было. Внутрь туда еще можно подсыпать шелухи. И распределить ее. Вот мы это так вот подготовили яйца таким образом. Ну, тут вот все я равномерненько сейчас распределю. И будем делать дальше. Подготовленные яйца мы заливаем водой. Добавляем туда ложку соли. Добавляем зеленки. И варим как обычно. 7-10 минут от закипания. И вот что у меня получилось. Мраморные яйца. Поздравляю всех с праздником Пасхи. Всем удачи!